12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В этом году ему исполняется 25 лет. Этот день отмечается как государственный праздник. День Конституции, пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. В преддверии значимой даты по инициативе председателя Территориальной избирательной комиссии Ибрагима Дадаева совместно с Управлением образования 7 декабря провели тестирование на тему Конституции Российской Федерации среди учащихся старших классов школ города. Дадаев пояснил, что Конституция в жизни каждого россиянина занимает особое место, и знать ее обязан каждый. Продолжил, что именно с этой целью и проводятся тематические мероприятия. Также перед собравшимися выступил заместитель начальника городского управления образования Станислав Трещев. Отметил, что человек, живя в России, должен не только знать конституционные права, но и следовать им. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие, как было сказано Ибрагимом Надирбековичем, действительно пойдет на пользу. На пользу в том, что человек, живя в стране, должен знать основной закон, чем является наша Конституция. И особенно мне хотелось бы, чтобы вы знали бы не только помимо того, что, чем обозначено в нашей Конституции, тем более в этом году и 25 лет, это хорошая дата, круглая дата, четверть века, это многозначительно. Тем более наша страна, она с большой историей, и отражение всей этой истории определяется именно в Конституции Российской Федерации нашей. Я бы хотел, чтобы вы знали, вот, знаете, помимо первой главы и вторая глава, она полностью идет о правах и обязанностях. Да? Вы знаете об этом, мы пришли сюда. Поэтому их более 46 прав, статей, которые определяют именно нашей Конституции, которые определяют именно ваши права и обязанности. Вы знаете, вот зная это, во многом вам будет легче. Если даже вы сейчас не сталкиваетесь с теми или иными трудностями, дай Бог, чтобы вы вообще их не чувствовали, не сталкивались с ними. Но вы должны знать это. Вы должны знать ваши обязанности, мальчикам и охраны государства, нашей страны, служба и защита прав, чужого имущества и тому подобное. И вот эти все эти моменты, они в вашей жизни вам пригодятся. Поэтому тот опыт, который вы будете обретать на таких мероприятиях, даже особенно тем, кто пойдет по юридической линии, они очень вам пригодятся. Я вам всем хочу пожелать плодотворной работы, успешной работы, чтобы сегодня, хоть и говорится, победил сильнейший. Я хочу, чтобы все вы сегодня победили. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».